Итак, продолжим. Кстати, вот. Теперь сам Озон признал, что раз и навсегда Абдулов самый крутой. Он же создал вот Табузор, то есть опрос, и везде вспомнил, что голосовали. И вот, если я вчера здесь сделал видео, даже позавчера там было 300 голосов, теперь вот 5, 50, вот 230. Так что запомни, Антамасина, кто главный, на чьей территории ты живешь и чью траву ты хаваешь с пола. Ты не на территории Абдулова. Так, смотрим дальше. Слушай, ты придурок, ты хоть бы сказал, чем Warcraft 3, что там убрали, потому что Warcraft 2, а убрали по... Первое, что главное, это там корабли убрали. Идиот. Урезали корабли. И британские ученые... То есть морские сражения. Не выяснили, но думается, здесь замешана магия. Численность народа искусственно ограничена. С его ростом приходится платить больше налогов. Конечно. В этом смысл всей игры. Ограничили, потому что 3D-графика это одна из первых таких, так сказать, хорошо сделанных 3D-стратегий с такой хорошей прорисовкой. Естественно, это не могло сказаться на производительности. Они урезали как могли. Они уже полигонов вообще к Адаминиуму добавили, сделали стиль даже собственный, что они как будто так и должны низкополигональными быть. Все эти оружия, это... Сейчас вот, естественно, вышел в StarCraft, и там уже нормально. Нужно среднюю армию глупо иметь без двух рудников, а большую вообще глупо. Рабочих также особо не наделаешь, биться некому будет. Юнитов нужно прокачивать. Вначале я тоже не придавал этому значения, но потом заметил, что почему-то мои воины ломают свои... А, придурок, потому что... А для чего ты строил, нахуй, блядь, лесорезку, блядь, армори, нахуй, и всякое это самое? Придурок, зачем ты их строил, скажи мне, пожалуйста. Это было еще с Warcraft 1. Мечи, а шкуру компьютера, а их раны феноменально глубоки. Примерно после 107 секунд раздумий я пришел к выводу, что все дело именно в прокачке юнитов. Вообще просто, долго думал. Таким образом, с этим делом не нужно затягивать. А то можно и сфилиться по-быстрому. Длительность раунда от 20 минут до 2 часов, в среднем 30-60. При этом есть определенная последовательность действий, которые нужно делать, чтобы победить хотя бы компьютера. Глупо пытаться развиться сразу, чтобы начать... Ага, он учит уроки, как воевать с компьютером. Знаешь, был таким деградатом, когда все покупали Warcraft, чтобы играть в онлайн, он это сам... Вот Ванет, он тут обучает, как играть с ботами. Крутых юнитов, потому что внезапно набежит враг и растопчет нахуй все идеи такого горе-обломового полководца. Я же знаю, каким идиотом быть, чтобы его компьютер убивал. Вначале все же придется тратить невосполнимые ресурсы на всяких слабачков. Конечно, придется. Это приходится делать в каждом раунде по новой, так как загруженное сохранение через некоторое время вылетает в винду. Чего? Потому что у тебя пиратка. Слышь, у тебя пиратка и интернета нету? Или ты патч сказать скачать не можешь? И у тебя компьютер дряхлый и сломанный. Также на ранних этапах неплохо мочить нейтралов, забирая у них рта. Неплохо? Их и нужно, мудак, мочить. Даже в мультиплеере. Не то, что в компании. Дающие различные бонусы. От хороших до ненужного говна, типа плаща невидимки или... Они дают экспу в первую очередь тебе, идиот. Ловушки. При этом каждая раса крайне индивидуальна, и их... Ага, ну вообще, ну догадался вообще, все-таки. Одинаковые по смыслу, очень сильно не одинаковые по факту. В одном случае начальный юнит может стоить 235 золота и 3 места, в другом 160 золота и 2 места. Вот ты 160 золота за всю свою жизнь не батрачество, рабство в Абдуладу не заработаешь даже. Потому что бомжам зарплату не выдают. А есть еще несколько случаев. Также сильно отличаются возможности этих самых юнитов. Таким образом, пока не изучишь всех, пройдет где-то год. Естественно, нужно выучить. Пройдет где-то год. Но теперь мы можем уже какая-то структура, карта, размер его мозга, нейронная сеть у нас образовалась, если он изучает Warcraft.
за один год, то, следовательно, да. И до сих пор, да, один год, чтобы поиграть ему в игру, нужно научиться, что нет, не поиграть, а научиться один год, чтобы играть в игру. Так, а этот подлец, значит, сейчас за 5 минут обзора делает. То есть вы представляете. То есть по-хорошему надо, чтобы делать обзор, надо год ему на любую игру. А он так над людьми издевается и льет это, льет, парашу продолжает. Я лично изучил только выделение групп. Конечно, ты же придурок, ты же с ботами играешь. Зачем тебе еще что-то изучать? При этом в битве может быть очень тонкий контролинг, хотя это всего лишь... Ага, может быть, ага. Действительно, может быть. Предположение, это у него предположения такие, что, на, что микроконтроль в игре есть. Ой, надо же, какие предположения, а мы-то не знали. Все нахуй там, и... да, киберспортсмены не знали. Обычно бросаю группу на одного вражеского человека. Ага. Не парясь, что половина моих может... Ага. А, потому что ты придурок, не знаешь, что можно нажать кнопку А и кликнуть, чтобы они всех били. Кучу лишних телодвижений, пока, наконец, не въебашит первый раз по нему. Впрочем, оставим задротство корейцам. У самсунгов это лучше. Действительно, задротство, микроконтроль и хоткей действительно оставим корейцам, да. А мы будем... Боже, культурой заниматься. Получается. Что-то я уже заебался рассказывать об игре, тем более, что писем... А, не рассказывать, а читать, придурок. 50-70% вас, дорогие слушатели, с ней знакомы, и вы зрите это видео только ради пары лузов или ради моего мнения о ней. Ну, что-то на мнение твое нахуй, честно говоря, никому не нужно. А лузы это только что... Бомж решил стать обзорщиком и всерьез считает, что кому-то нужны его обзоры. Да. Вот, посмотри, вот кто обзорщик настоящий. Вот. Мэльсон, Озон и Абдулу. Больше обзорщиков нет. А тут даже сам Озон говорит. И сейчас признал, преклонился перед Абдулом, сам опрос создал. Вот. А, так что запомни это, бомжатина. Хотелось бы увидеть продолжение данной игры с кинематографичной графикой. Но пока что его нет, потому что сил брошены на разработку World of Warcraft, который пока что является самым рульным сетевым проектом. Этакий Windows в мире игр. В общем, за сей прощаюсь, потому что рассказал... Да. Рассказал не все и не во все. Да ты вообще ничего не рассказал. Ты доклад школьника из Википедии прочитал. Да, даже лучше бы ты из Википедии читал, потому что ты такую ересь наговорил просто больного человека. Ты опозорился конкретно. И это лучший твой обзор. Точнее, как сказать, нормальный обзор, как ты считаешь. Потому что в другие игры ты более 20 минут не играешь вообще. И думаю, этот обзор является лучшим в Рунете по данной игре. Ну да, ну вот видите, лучший обзор Рунете по данной игре. Ну то есть, нарциссизм, мания величия, слабоумие, диагноз, бомжекультура и азонизация второй степени. Сейчас у него уже почти уже третья степень. Ой, ну слава богу, я ж подумал, еще там гон какой-то будет. Ой, вот, молись, поставь вот. Себе вот молись каждый день, утром, вечером, там, типа, спасибо тебе, Абдул, что ты позволяешь мне существовать на твоей земле. Спасибо, что еще не пришел ко мне, там, спаси, сохрани Абдула, Бога. Знаешь, ты должен присягу принять на Байбаране и каяться каждый день за свои грехи. И выполнять любой приказ Абдула, так же, как я его выполняю. Потому что иначе постигает кара. А Бибаран помогает. То есть пока не поздно, пока не поздно. Прими Бога Сатану, он будет тебя вести. Ой. Да, бомжа из тебя выбивать будет. То есть тебя из себя. Аншабдуль, братья! Аншабдуль, братья! Аншабдуль! Аншабдуль! Аншабдуль!